Ha, ps, efendi. Послушай меня, дорогой, что я тебе скажу. Все идет к тому, что всюду все путит. И сапили путит. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, карачи, кровь играет. Я сам был огонь, сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. С изобилием. Не надо торопиться. Почему? Ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой. Заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклад, через директор магазин, через творовед достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает. Вкус специфический. Я тебя уважаю. На другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой. Заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь к меня, я через завсклад, через директор магазин, через творовед, через заднее крыльцо. Другой достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, язык проглотил, речь лишился. Вкус специфический. Ты меня уважаешь. Я тебя уважаю, ты меня уважаешь. Мы с тобой уважаемые люди. В театр просмотр премьер идет. Кто в первом ряду сидит? Уважаемые люди сидят. Зав склада сидит. Директор магазин сидит. Сзади он меня не видит, я его вижу, товаровед сидит. Все городское начальство зав склад любит, ценит, уважает. За что? За склад на дефицит сидит. Дефицит – великий двигатель общественных специфических отношений. Представь себе, исчез дефицит. Исчез. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин. Мы его не любим, он тоже пошел. Цифли «С» – «С». Черный «С» – «С». Лактированный «С» – «С». Белый верх, черный низ. Yes, yes. Черный верх, белый низ. Yes, yes. 42-й, самый ходовой. Yes. Слушай, никогда не было. Сейчас есть. Дамский, лакированный, бордо, пряжка, пуговиц, шнурок. Yes. Ты купил, я купил. Мы его не любим. Он тоже купил. Все купили. Все ходим скучные, бледные, зеваем. Зав склад идет, мы его не замечаем. Директор магазин, мы на него плюем. Товаровед, обувной отдел, как простой инженер. А? Слушай, это хорошо? Это противно. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть... Чего-то не хватает!